Видео подготовлено сайтом онлайн gdz.net, страница 83, упражнение номер 1. Реши с устным объяснением. 7 умножить на 0. При умножении числа на 0 получается то же самое, получается 0. 7 умножить на 0 равно 0. 7 плюс 1 при сложении с 0 получается то же самое число, поэтому это будет равно 7. 9 умножить на 1. При умножении на 1 получается то же самое число. 9 умножить на 1 равно 9. 1 умножить на 9 при умножении единицы на любое число получается то же самое число, поэтому здесь получится 9. 0 умножаем на 9. При умножении 0 на любое число получается 0. 9 минус 0. При вычитании 0 получается то же самое число. 9 минус 0 равно 9. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на нашу группу в социальных сетях.